по-своему добились. Этого по-своему добились, ведь вам достался дзеслинник мужья! Кустанайский областной русский драматический театр готовится к открытию очередного сезона. Последние два месяца здесь шли усиленные репетиции нового спектакля. На этот раз труппа взялась за постановку пьесы Уильяма Шекспира «12-я ночь» или «Что угодно». Причем постановщиком спектакля стал режиссер из Вологодского театра Яков Рубин. Остаться верными духу Шекспира, а не букве. Хотя текстов, и существует несколько переводов. Мы собирали из них какую-то что-то договаривали своими словами, потому что хотелось современного языка. И мне кажется, что у нас получается, у артистов это получается. Он актуальный, Шекспир, по-моему, впервые я ставлю Шекспира, хотя у меня был проект такой «Шекспир русский». По разным пьесам Шекспира было собрано, а вот так, чтобы поставить пьесу, я дебютант. Так что я тоже в такой шкуре начинающего режиссера. Интересно, потому что это поэтический текст. Здесь он, правда, смешанный, и проза, и поэзия, но это сложно для современного уха, для современного речевого аппарата. «12-я ночь» – одна из самых веселых комедий Шекспира. Комедия, которую правильнее было бы назвать романтической сказкой о прекрасной стране Иллирии, стране любви, в которой любой ищущий любви непременно ее находит. Кстати, вы не увидите на сцене костюмов той исторической эпохи. Актеры сплошь в джинсе, коже, байкерских ботинках и замысловатых металлических украшениях. Актер Олег Смирнов – небольшой поклонник Шекспира, но подобная версия, говорит он, ему пришлась по душе. Я играю сэра Тоби. Это персонаж такой, более, наверное, сказать, комического плана в этой пьесе. Как вся пьеса, она немножко современна, так и мой герой тоже в этой пьесе. Вам интересно было поработать с новым режиссером? Ну, конечно, конечно. Это что-то интересно. Дает актеру? Конечно, что? Конечно. Каждый режиссер приезжий что-то дает, что-то новое. Что-то, как мы же такие актеры провинциальные, театр-то у нас провинциальный. Мы не так уж много что видим. И это для нас как свежий глоток воздуха, новый приезд режиссера, даже общение с ним. Очень интересно. Твердило. Много раз. Что я тебе милее всех женщин в мире. Оставшиеся дни кустанайская труппа будет занята репетициями. Даже за день до премьеры, а она назначена на пятницу, часть сцен были изменены. Как говорит российский режиссер, подобные решения пойдут спектаклю только на пользу. Дмитрий Гуренко и Татьяна Калюжная, РТН.